Здравствуйте, мои дорогие друзья. Знаете, очень многие как бы чистят пространство. Да, какие-то намерения вкладывают в этот процесс. Хотя сами насколько они чисты. Именно внутри себя. Смогли ли они избавиться от какого-то лицемерия, от каких-то личных выгод, возможно, либо материальных, либо теша свое личное эго, и насколько велика тогда их личная сила при вот этом процессе. Насколько велика их личная сила, их намерение? Вот это вопрос, дорогие мои. То есть для того, чтобы очищать пространство, работать с пространством, необходимо именно быть чистым, чистым, безупречным внутри себя. Тогда ваша личная сила и сила вашего намерения будет реально очень велика. А иначе, дорогие, знаете, это все иллюзии и потешение такое собственного эго, то, что реально что-то можете, погружаясь в этот мир иллюзий. Очень многие идут по такому ложному пути. Это тоже путь. Тоже путь, но, опять же, какие препятствия будут на этом пути. Поэтому, знаете, сначала разобраться в себе, если где-то были неправы, если что-то, какой-то камень у вас в душе, необходимо избавиться от этого, принять то, что, как бы, если вы были неправы, и сказать даже самому в себе, что да, я был тогда неправ. И больше никогда этого не делать. Пространство будет давать вам вот такие провокации, но не более 3 раз. То есть первый раз пройдете, второй, третий. И тогда ваша личная сила, она увеличится. Она реально будет высокой, большой. И тогда вы реально сможете работать. Не для себя. Не выделяя себя из числа других людей. А именно во благо. То есть, знаете, делай то, что должен. И будь что будет. Вот именно таким образом. Касается, наверное, всех. И знаете, люди такие, которые применяют в себе, к себе там всякие регалии каких-то таких волхвов, магов. А являются ли они на самом деле теми, кем себя представляют? Очень часто, что нет. Ох, как-то так, дорогие друзья. Счастья и радости вам, силы и знания.